Доброго времени суток, уважаемые друзья! Вы находитесь на канале «Обучение и заработок в интернете». И в этом небольшом видеоуроке я бы хотел бы вам показать, как удалить ролик со своего канала. Возможно, кто-то это уже знает, тогда вам будет это смотреть неинтересно. Я записал этот ролик для тех, кто не знает этого, как удалить ролик со своего канала. Итак, давайте приступим. Откроем браузер Google Chrome. И откроем новую вкладку. Прежде всего, давайте перейдем на YouTube канал. Для этого вот в правом верхнем углу находим вот такой квадратик с точками приложение Google. И кликаем. И здесь находим значок YouTube. И кликаем по нему. После этого в правом верхнем углу мы видим нашу аватарку. Кликаем по нашей аватарке. И здесь выбираем «Мой канал» для того, чтобы перейти на свой канал. И вот я перешел на свой канал «Обучение и заработок в интернете». Далее мы переходим на вкладку «Видео». Вот кликаем сюда «Видео». И здесь показываются все ролики, которые я загружал в различное время. Вот здесь показываются все ролики, которые я загружал в разное время. И мы здесь должны выбрать именно тот ролик, который мы хотим удалить. Я, например, хочу удалить вот этот ролик. За 9 месяцев он всего набрал 12 просмотров. Как это сделается? Поднимаемся наверх. И здесь обратите внимание, да, есть две вкладки. «Настроить вид канала» и «Творческая студия YouTube». Нам нужно кликнуть вот сюда, «Творческая студия YouTube». И мы попадаем на панель управления. Но нам нужно перейти на вкладку «Видео». Вот кликаем сюда, «Видео». И здесь мы видим наши ролики, которые мы когда-то загружали на наш канал. Правда, здесь они отображаются не все. В чем здесь фишка? Я сейчас вам скажу. Давайте опустимся в самый вниз. И обратите внимание, здесь мы видим 1-30 из 57. Что это означает? То есть на моем канале есть всего 57 роликов. И сейчас 1-30. То есть мы здесь видим всего 30 роликов. То есть здесь не все ролики отображаются. Если вы хотите, чтобы все ролики у вас отобразились, мы должны вот кликнуть вот сюда. И здесь выбираем 50. И давайте посмотрим, что у нас получилось из этого. 1-50 из 57. Вот сейчас у нас отображаются 50 роликов из 57. То есть всего у нас на канале 57 роликов. И сейчас мы видим 50 роликов. И вот находим именно то видео, которое мы хотим удалить. Вот это видео, которое я хочу удалить. Как правильно удалить ролик со своего канала. То есть я сейчас в данный момент записываю ролик, опять-таки на эту тему, я просто хочу обновить этот ролик. Для этого мне нужно его удалить и залить новый ролик на свой канал. Как это делается? А делается это очень просто. Вот здесь мы видим такие три вертикальные точки. Мы кликаем вот сюда. Здесь выбираем «Удалить». Видео будет удалено навсегда. «Продолжить». Вот здесь ставим галочку, что я принимаю, что ролики и комментарии к нему будут удалены навсегда. И нажимаем «Удалить видео». И вот видео удалено. Видите, появилась надпись «Видео удалено». Все. Вот таким образом удаляются видео с нашего канала. Как видите, сейчас здесь отображаются 50 видео из 57. То есть всего у меня на канале 57 роликов. И сейчас здесь отображаются 50 роликов. То есть 7 роликов мы еще не видим. Для того, чтобы посмотреть вот эти остальные 7 роликов, вот здесь есть стрелочки. Да, вы можете воспользоваться вот этими стрелочками. Вот на следующую страницу вот кликаем.
И вот сейчас здесь написано 51-57 из 57. Да? Вот сейчас уже вот эти 7 роликов также здесь отображаются. Вот те 7 роликов, которые мы не видели, вот сейчас они здесь также отображаются. Вот так это делается. Надеюсь, этот урок был вам полезен. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего доброго.